Галерея мебельного салона «Диванчик». Обратите внимание на огромное разнообразие моделей и великолепное качество продукции. «Диванчик». Предлагая мебель, создаем уют. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Елена Волкова. Салон «Диванчик» приглашает вас посетить мебельную галерею. Диваны и корпусная мебель, спальни, прихожие, детские. Грандиозный выбор моделей, высочайшее качество продукции. «Диванчик». Предлагая мебель, создаем уют. А теперь о прогнозе синоптиков. В пятницу инициатива в атмосфере Зауралья начнет переходить к антициклону, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, облака поредеют и немного потеплеет до своей климатической нормы. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске от плюс 21 до плюс 24 градусов без существенных осадков. В Кургане небольшая облачность без осадков, возможен туман. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Днем в Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба. 14 августа солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго.